это каждый раз как новая жизнь. Какой она будет? Когда начнется? Что будет главным? И когда она подойдет к завершению? Об этом догадывается только художник. И потому у художника, у творца столько жизней, сколько у него картин. Художник жив, пока живы его полотна. Модели образцовой студии Fashion Brand показывают нам с вами коллекцию одежды с принтом, являющимся копией художественных работ Татьяны Васильевны Керман. Татьяна Васильевна Керман – это руководитель Народной студии изобразительного искусства имени Сергея Михайловича Балмухина, Центра культуры и досуга творчества. Татьяна Васильевна – победитель номинации «Преподаватель искусств Кубани», председатель Товарищества кубанских художников, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Впервые эта коллекция была представлена на карнавале к открытию курортного сезона в Геленджике, и поэтому имеет самое прямое отношение к той выставке, которую мы вам сегодня представим. Ну а автор тех работ, которые стали прообразами, исходниками для этих принтов на одежде, Татьяна Васильевна Керман, всю жизнь живет в Геленджике, без остатка посвящая себя городу, людям и культуре.